Следующая посылочка, здесь опять же лампа, но уже не на батарейках, а должна быть на USB. То есть вы к ней можете подключить любой свой пауэрбанк, и она у вас будет работать столько, сколько у вас будет пауэрбанка хватать. Итак, тут у нас пупырочки китайские, и вот она лампочка, 85% energy saving, что-то там. Так, ладно, все, коробка разлетается, но открывается она походу с этой стороны. Ну давайте отсюда мы ее и откроем. Так, открываем, кстати, тут были какие-то обозначения, 7 ватт. 7 ватт у меня было, 9 и 8, ну короче, 7 ватт, ну посмотрим. Так, вот она лампочка, сразу, опа, тут больше ничего нет. Вы можете ее уже повесить где-то себе там на люстру, опустить вниз кабель и на столе просто подключить к своему пауэрбанку. Вот, кабель, ну довольно-таки длинный, где-то, я думаю, метровый. Так, ну что, давайте проверяем, подключаем, хлоп, работает, все. И здесь оно уже будет работать, ну не знаю, очень долго, я думаю. Вот, режим только один, никаких кнопок нет. Ну, как оно ночью, сейчас будем смотреть. 6500 кельвинов, made in China и 7 ватт. Вот такая вот лампа. Итак, лампочку подвесил на люстру, как раз таки за тот проводок, чтобы был кабель замотан. Вот, и кабель опустил вниз, и здесь пауэрбанк. Но пауэрбанк, короче, кабель не хватает мне, вот так вот висит. Вы можете просто взять этот пауэрбанк и где-то там тоже прицепить вверху. Ну или в таком вот варианте, как у меня, тоже нормально сойдет. Насколько ярко светит лампочка? 7 ватт вот это, смотрите. Ну вполне нормально. И большой жирнющий плюс, что она будет светить вас вот ровно столько, сколько у вас будет здесь пауэрбанка хватать. И я думаю, что хватит надолго.